Алиса радуется и снегу, и тому, что ее не запирают. Прямо взрослая стала. Ее не запирают и доверяют, что она тут не набарагодит. Алиса! Рука! Нет, мимо пробежала. Хотя-то... Давай, нападай! Кто, я нападаю или ты? Поймала! Отпускай, отпускай! Кто тебя за рабок схватит, кроме меня? Ну все, злая рука. И ты злая рука, или ты злая лиса? Все. Так, кто поймал лису? Я тебя поймал. Да. Ай-яй-яй. Раз, два, три. Медленная рука. Свет выключили. Ну все. Рыжая активность и грязная. Ужас. Да. Привет. Я сейчас покажу место, где я ее гладил. Вот смотрите, на снегу. Видите, вот этот черный снег. Это место, где я гладил Алису. Вороны с сороками делают гнезда. Летают кучами. В инстаграме смотрите, как Алиса хотела прятать в дом цыплят, я ей не дал. То есть у нее просто бешеная активность. Домой, тебя такую грязную пустить домой, мне так кажется, не стоит. Есть ощущение, что ты все испачкаешь. Сейчас, если Алиса подойдет, я вам покажу ее пузо. Какого она цвета. И как она им пачкает все, к чему прикасается. Ну, тут она, конечно, все разобрала зубами своими. Устраивает бардак небольшой. Деятельная жутка. Ну, давай, показывай пузо. Да. Ложись на бок, ложись. Вот, посмотрите, видите? Вот. С таким грязным пузом приходится иметь дело. Рука становится сразу черной. Конечно, дома лучше, чем в вольере лежать. Так что хочется лежать на солнце, греть бока. Бока нагреваются мгновенно, даже на таком солнце, которое есть сейчас. Такая отличная погода. Все тает, но только вот грязи много. И, конечно, в грязи поваляться, это же любимое дело. Вот после болезни у Алисы явно появились, во-первых, очень интересно. То есть после болезни, она до болезни дома практически никогда не давала себя гладить. После болезни, это уже в возрасте 5 лет, она стала давать себя гладить дома. А подпускает к себе нескольких человек сразу. Лапу отдергивает. Подпускает сразу несколько человек. Вот. Вообще идет домой, чтобы там спать. Удивительно. Вот. Ну, а сейчас можно побегать, стать абсолютно... Это она мне рассказывает что-то. Общий контекст
чтобы я ее не доставал. Ей не нравится мое, то, что я тут рядом. Нет, нет, я вообще тебя не трогаю, нет. Но одновременно хочется, что там такое? Хочется уточнить, может быть, у меня в кармане завалялся кусок мяса свежего. Это тоже очень интересный факт. А то вдруг вот я сижу, а тут хоп, руку в карман и вытащу что-нибудь из кармана такое интересное. И так Алисе покажу. Не-не-не, нету, просто рука, просто не кусай, нет. Я просто показать, пошутил. Не надо, это шутка была. Да, я понимаю, что шутка не очень удалась. Что такое? Меня цапать не надо? Уйти? Ухожу. Все, я ушел. Давай поиграем. Ты же игру челеса. Нет, ты теперь... нет, я знаю, сейчас ты меня цапнешь. Нет, давай как-нибудь поиграем так, где я не подвергнусь кусанию руки очень сильной. Есть такой вариант? Вот. Ой. Ой, твоя эта накидка, ты что? Ой. И... Все? Залегла. Все, оккупация будки. Вот так. Была, кажется, у собак будка, но теперь она честно Алисина. И там вот виден белый хвост. Может туда, конечно, попытаться заглянуть. Что там происходит? Алиса! Что в будке происходит? Ну это излюбленная игра «Волчок» называется. Глаза светить тебе не буду. Там такое. Может, там мышь какая-то под будкой сидит. Ой, и ускакала. Я тебя согнал с твоего места. Кстати, надо заметить, что когда лиса становится чуть-чуть мокрой, как собака, она начинает бегать. Ей надо посушиться. Подходим друг к другу. Началось. Прям как лошадка по подиуму. Поймаю. Обратно. Во, ночные забеги.